Дорогие молитвенники ТБН, прошу молиться за меня и моих близких. Помоги мне, Господи, победить этот грех. Небесный Отец, избавь меня от духа уныния. Иисус, даруй мне финансовый прорыв. Дай мне мудрости, Боже, сохранить свою семью. Молю Тебя, Господь, исцели. Каждый день мы получаем множество таких просьб. Одна из главных миссий ТБН – ходатайство за вас, дорогие зрители. В день поста, накануне марафона, состоится молитвенный стрим «Поток молитвы». Это несколько часов молитвенной поддержки в прямой трансляции в YouTube, где за вас будут ходатайствовать известные пасторы и помазанники. А также мы подключим к трансляции молитвенные группы телеканала. Хочешь, чтобы за тебя помолились служители? Включай 21 сентября в 18 часов по московскому времени нашу трансляцию в YouTube и пиши прямо в чат свою просьбу, которая не останется незамеченной. Четыре направления молитвы. Освобождение от депрессии, апатии, уныния и зависимости от греха. За финансовый прорыв, карьерный рост, избавление от долгов, восстановление отношений, обретение спутника жизни, укрепление семьи, исцеление тяжелых болезней, психических заболеваний, духовные немощи. Ольга Голикова, Дмитрий Лео, Сергей Шепелев, Андрей Дериенко и другие помазанные служители, а также несколько молитвенных групп. Не пропусти особое молитвенное событие. Будь сильным, Господь тебя не оставит. Поток молитвы 21 сентября в 18 часов по московскому времени.